Здравствуйте, с вами студия Визардис, и сегодня мы вам расскажем, как мы разработали дизайн квартиры студии 25 метров с отдельной спальней, кухней-гостиной, раздельным санузлом и удобной прихожей. Благодаря умелой планировке и особенностям дизайна нам удалось воплотить все пожелания нашей милой заказчицы. Интерьер выполнен, конечно же, в современном стиле. И несмотря на небольшое пространство, получился очень уютным. Цветовая гамма мини-кухни построена на контрасте белого и изумрудного. А так как в этой комнате отсутствует окно, важно было сделать помещение все-таки светлым. И что мы сделали? Конечно же, стеклянную перегородку. Она дает свет, отделяет пространство, так что используйте этот прием. Он действует безотказно. Мы не стали в этом проекте присоединять лоджию, она у нас отдельно, но это зона отдыха и отличное место для хранения вещей. У нас здесь уместился достаточно объемный шкаф. В ванной комнате мы использовали белую сантехнику и яркую плитку. Наша заказчица осталась очень довольна. С вами была дизайн-студия Визардис. Хорошего ремонта!